Курск-Сити. 20 лет работаем для вас. Воздушный мониторинг сельхозугодий позволяет выявлять источники огня, оперативно пресекать его распространение, обнаруживать нарушители требований пожарной безопасности. Данные меры как никогда необходимы в разгар страды. Курские спасатели, исходя из особенностей поставленных задач, используют 4 беспилотные авиационные системы. 2 самолетного и 2 вертолетного типа. Здесь же учитываются дальность полета аппаратов, погодные условия и качество изображения. Авиаразведку проводим в населенных пунктах, прилегающих лесных массивах, также в ходе уборочной кампании на полях. Сегодня провели авиаразведку в Курском и Щегровском районах, осуществили 6 полетов, проверяли соблюдение противопожарного режима в населенных пунктах, а также на полях, где уже началась уборочная кампания. За текущий период особого противопожарного режима в Курской области было осуществлено более 30 авиаразведок с общим налетом свыше 70 часов. Выявлены 21 нарушитель, в отношении которых составлены административные протоколы. Курск-Сити. 20 лет работаем для вас.